Всем доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Михастик, и сегодня новая серия по Rocket League. Как меня кто-то попросил, они желали видеть еще игр один на один. Сегодня я буду говорить во время игр, это не как в прошлых сериях, где это было записано повтором, сейчас я записываю это все. И вот, даже посмотрев на миссии, новые на челленджи, мы можем заметить кое-что интересное. Видите, первая миссия... Сыграйте 3 онлайн-матча в дуэли, неважно, обычный плейлист или же соревновательный. Поэтому придется помимо того, что меня просили, так еще и делать миску. Значит, сделаем 2 в одном. Давайте переведу вам остальные миски, если вам это нужно. Вам нужно сыграть 5 игр с новым баннером за 24 левел, за бесплатный пасс. Потом получить 1000 очков в онлайн-матчах. Ну, это, в принципе, вы за пару игр сделаете. Нужно для премиумов нужно сыграть 2 матча с этим двигателем. С самым первым двигателем в пассе. Потом нужно сыграть и выиграть 2 матча в дропшоте. И нужно сделать 30 ударов поворотов в любом онлайн-плейлисте. Я бы делал, конечно, отдельные ролики, буквально там, не знаю, на 1-2 минуты, но чтобы показать эти челленджи, ну как бы. Многие были, наверное, против, поэтому что есть, то есть. Итак, нам нужно еще отыграть достаточно много матчей. Я помню, один раз я сыграл без калибровки, тогда я был в плохом настроении, и в итоге я слил все. Точнее, не все, а вот еще одну игру я слил, поэтому... 3 поражения суммарно и 2 победы. Но хотелось бы отыграть эти матчи. Может быть, получится у меня отыграть их до конца сезона, потому что как-то ну, 5 матчей за сезон, так же как и 7 матчей в соло-стандарте, на это очень-очень мало. Поэтому не важно, что за результат будет. Не знаю, тупанул на кикофе, но как бы закончилось это голом, и поэтому я возьму это. Не знаю, в чем была проблема. Ну как бы. Пытался его бампнуть. Мы возвращаемся за бустом. Сразу следим за ним. Можем даже выехать, потому что он теряет контроль. Заберем буст на миду. Придется оставлять ему мяч, потому что у него там хорошая позиция. И тут он теряет контроль над мячом. Мы подбросим его повыше. Соберем буста чуть-чуть. Ну тут, да, ладно. Можем заметить, что он очень-очень любит дриблить, поэтому надо как-то мешать ему это делать. Как это мешать? Сейчас посмотрим. Как бы. Окей. Успеваем закатить мяч. Преимущество тут хорошо, но один на один оно ничего не дает. Я почти смог. Поймали его на ошибочке и забили гол. Это достаточно просто. Хотел какой-нибудь джуси гол попробовать, но ладно. Хороший блок был. Тут летит девяточку. И оно должно было залетать, но... Ладно уж.
Контроль мы теряем, придется возвращаться. Хорошо срезал мяч. Придется забирать этот буст, чтобы лишних проблем не было с ним. Но он все равно успевает. Ладно. Кстати, только сейчас заметил, что он тоже на брейкауте. Эх, хотел фейкануть его, но... У него хорошая позиция была. Ну, такой слабенький силинг-шот, пусть будет. Можно было что-то и поинтереснее сделать, но... Ладно, цель была забить. В будущем хотелось бы попробовать какие-нибудь челленджи поделать, по типу какие-то определенные голы забивать. И, в общем, идей для челленджей очень-очень много в день на один. Поэтому, если у вас есть предложения, то, естественно, я жду их в комменты. Ну да, такое не прощается, ладно. Моя ошибка была в том, что я решил продолжать ехать за мячом, вместо того, чтобы развернуться, взять буст и уже нормально его принять. Ладно, что есть, то есть. Невелика потеря. Рискую. Ладно, он отправляет мяч к себе. И мы его принимаем. Даже буст не нужен, хотя он взял все три. Поэтому иногда нужно просто подъехать поближе и дождаться, пока он сам ошибется. Успеваем фоловить, и в принципе достаточно неплохо идет все. С этими перекидываниями он по-другому не умеет играть. Лом, все, что он забирает, это мои фейлы в основном. Ну ладно, так уж и быть. У него преимущество и буст, и мяч, но это не проблема, потому что он не поехал забирать у нас тут буст. Значит, дожидаемся его фейлы и продолжаем уже пинать его. В принципе, победа у нас в кармане, поэтому нам нужно просто тянуть время. Juicy goal. Эх, ладно. Juicy goal не получился. GG. Первая игра выиграна. В принципе, неплохо. Того мы в ничье по победам и поражениям в этом режиме. Уже 1000 очков я набил. Простейшая миссия. Оформили вещей. 17 ПТС. Ну, плюс-минус на чемпа идем. Хорошая игра получилась. Да, были ошибочки, но... Противник сделал больше ошибок, и мы выиграли эту игру. Давайте еще поиграем. Может быть, даже три игры сыграем, как получится.
В любом случае придется как-то играть три игры. И, наверное, будет интереснее вам посмотреть, как я играю, чем если я вам покажу уже финальный результат калибровки. Да, понятно, одной игры не хватает, будет только 9. Ладно уж. Запаниковал я. Ты должен летать. Чуть-чуть запаниковал, в итоге чуть-чуть он был близок, чтобы забить. Потому что я никак не мешал. Если бы он залетал, он бы залетал. Что-то как-то у него много буста осталось. Ну ладно, киков так киков. Проблем. Как-то он... Ладно, ладно. Ничего страшного. Не сказал бы, что киков в мою пользу, поэтому я не поеду за бустом другим. Пусть он его заберет, у меня есть 11. Сейчас он напрыгивается с ним. Ну да, я же говорю. Главное, что он напрыгался с мячом и дальше отдал мне его, и я просто положил его там, где он должен быть. Этот киков он может забивать. Везет ему на кикофы. Два гола с кикофа. Кава, ок. Пингом еще. Может, поэтому он и выигрывает киков. Потому что он с пингом. А что не так, алло? Неадекватный какой-то. Репортить вас защиты. Эх. Давайте фейкиков. Фейкиков получился. Найс. А, все равно взлетел. Ну ладно. Потерял чуть-чуть контроль в конце, но как бы пусть будет. Я не знаю, как против него киковать. Попробуем так. Не сказал бы, что это как-то поменяло что-то, ну ладно. Он явно не успеет, поэтому просто удар по прямой, быстрый, точный. Ну, это такой средний киков, у меня даже есть время съездить за бустом и сразу поехать на контратаку. Успели взять буст. Придется возвращаться, потому что я немножко ошибся с принятием мяча. Там он заберет буст, но 12 не оставил, и это самое главное. Поехали задом, потому что одни хитбоксы лучше для таких моментов. И тут я успел прочитать его, забрать буст. Он мне отдает мяч. А, блин, их неугомонные.
Я все равно пробил. Нет слов. Ах, хорошо. Этот пинг. Я мог его фейкануть, в принципе. Ладно. Хотел почему-то, да? О, неужели я выиграл киков? Вроде бампнул он, но хотел его взорвать, поэтому... Что? Ок, ладно. Смотрит свиглы. Не знаю, как он... Видимо, брикает, но... Давайте без киков голов, потому что я и так устал от них. И сейчас мы его перехватим. Без лишних слов. Ладно, проигрываем так проигрываем, значит будем играть еще одним. Ну да, да. Зафейлил я с моментом со стены. Спи, такой бывает. Ну, конечно, на кикофах, ну, в принципе, выиграл эту игру. Какие-то рандомные кикофы с туплю с пингом. Ох. Один на один это такое. Ну ладно. Идем дальше. И уже в следующей серии я, наверное, откалибрую полностью. Ну я почти смог упасть на него. Хорошая реакция у него. Ай-яй-яй-яй-яй. Нельзя давать такие моменты. Они очень опасны, поэтому пришлось вылететь пораньше. Прежде чем он долетел до мяча и как-то что-то с ним сделал. В принципе, он мог даже ударить поворотом, но как бы... А я не попал. Потому что это прямая. А, тут я попал. Ладно. Потому что был вратарь. Вот такой вот парадокс. Окей. Можно было возвращаться за бустом там. Знаешь, у меня нет места. Да. Поторопился я, потому что не знал, что мне делать. Ну ок. Будем знать, что он достаточно терпеливый. Я тоже достаточно терпеливый. Поэтому 1-1. Фейк киков.
Я увидел, что он решил поехать за бусом, поэтому я решил ему оставить его. Такое прощать нельзя, потому что тебе бы вряд ли такое простили. Один еще полыгры играть, в принципе, все может еще поменяться, поэтому не расслабляемся, сосредотачиваемся и просто стараемся держать. Успел я его зачелленджить, прежде чем он что-то решил сделать, и тут мы забиваем. Я увидел, что он развернулся, увидел, что он не должен успевать на удар по прямой. В какой-то веке удар по прямой залетел в ворота, поэтому все окей. Блин, ну ладно. Зафейлил, зафейлил я. И Коф я вроде выиграл, но мяч остался у него все равно. Ну, неплохо принял, неплохо. Блин, потерял, наверное, я хватку в эрдрибле, потому что показывал я вроде вам момент, где я на 100 буста идеально проэрдриблил. Ну как бы, рип, что могу сказать. Оставим 55 буста, не поедем за другим, и это забивает, да. Хотел я прыгнуть, но вот, что значит... Утерял хватку. Окей. Okay. Ну как бы да. Я же говорю, я терпеливый. У меня буста не было, я бы все равно не успел пробить его. А по удару бы я его не опередил бы. Поэтому фейк. Фейк на 0 буста. Эх, думал, он повыше поскочит, и я смог бы что-то джуси сделать, но не судьба, походу. Окей. У меня было все время, чтобы развернуться, чтобы все успеть, но... За дальним бустом я не поеду, потому что это гол. Коротко о том, что все может измениться. Ладно, победить сильнейший, я так думаю. Так уж и быть. Победить смеешь. Победит он. Я хотел сдаваться. Ну ладно. Походу он меня пощадил, и сейчас это может нехорошо закончиться.
Да. Ну, как бы да. Как бы так вот мы сыграли, в общем-то. Ладно уж. У него была возможность забить, вы сами видели, я уже открыл менюшку, чтобы сдаться, потому что, ну, он должен был забивать, и, в общем-то... В общем-то... Ну, я не знаю, как это комментировать. Я должен был проигрывать, потому что столько фейлов допустил. Как я сказал, в принципе... Такое преимущество мне ничего не давало, потому что все могло поменяться за пол игры. И оно поменялось, оно дошло до овертаймов, и тут уже не победил сильнейший, а победил тот, у кого больше удачи, судя по всему. Хотя я с удачей, в общем-то, не дружу, но я не знаю, как он там не забил. И... Да. Так же, как и я пропустил предпоследний гол, или последний гол. Поэтому, как бы, такой вот один на один. Все-таки я больше пассер и больше на дефе, поэтому тяжеловато играть в один на один. Ну, где-то на, может, первого-второго чемпа я и тяну тут, но это все равно тяжелый режим для меня. Как был, так и остается. Поэтому я надеюсь, вам понравилась такая вот длинная серия. В принципе, 3 игры и 2 победы, и поражение увидели. Хоть... В принципе, остался в более-менее нормальном настроении. Это вообще самое главное, потому что смотреть, как кто-то горит, когда играет, ну, это такое себе удовольствие. Поэтому спасибо вам за внимание. Я надеюсь, вам понравилось. Насчет челленджей пишите в комментарии. Я просто как-то хочу насобирать себе идей. И потом уже в будущем пилить и челленджи в 1-1. Вот, на этом все, ребят. С вами был Михастик. И увидимся в следующих сериях. Всем пока-пока. I'm not